Вот смотрите, да, какой масштаб стены. И это ее часть. Посмотрите, какая толщина. Каждый из кирпичей, из булыжников уложен чьими-то руками. То есть, для того, чтобы осознать, насколько грандиозная здесь была работа, причем, я так понимаю, по античным меркам это все-таки был большой город. Я не помню, на арену, когда мы пойдем, мы увидим, сколько она вмещала зрителей, но там было 4 яруса. Для того, чтобы даже один вот такой вот фрагмент, да, он дает возможность вообразить, что здесь было, потому что ведь не могут люди просто так такую массивную стену в поле кусок построить. Это значит, что эта стена, она являлась частью чего-то большего, значительно большего. Вот здесь вот какой-то лаз, я не знаю, может, все-таки залезу. Очень не хотелось бы встречаться с полицией, платить штрафы. Вот. Но ступеньки здесь вот были. Возможно, немножко раньше, видите, тут есть какой-то вот совершенно симпатичный возможность пролезть. Вот это, наверное, фундамент. Черт побери. Я попробую все-таки это снять. Потому что сила любопытства сильнее запретов. Вот, надеюсь, меня не поймают здесь.